Ашық сот отырысында болды. Водите, у нас не было. Шуғыламыз бәтіне, маған. Дюала. Заседание без прессы. Апелляции нескольких задержанных на митингах в день президентских выборов суд рассматривает в закрытом для прессы режиме. Жалобу 66-летнего Мамырбая Урыса не удовлетворили. Пенсионер рассказывает, что 9 июня его остановили по пути в центр обслуживания населения. Он шел туда, чтобы узнать адрес своего избирательного участка. С автобусной остановки мужчины забрали в отделение. Продержали ночь, утром выездной суд в здании полиции оштрафовал его. Сумму штрафа $130 он считает неподъемной. Бізде кіргізді де 20 МРП деп қолыма жазып берді. Бірақ мен оны жағдайда айттым. Мен бұған ешқандай мен қатысым жоқ. Бұл не үшін салып отырсыз деді. Ондай сен наразылық қандай қарсылығың болса, жаңа қарсы шағым жаз деді. Мен сол үшін мен қарсы мына жоғарғы сотқа шағым білдірдім. Нам смс-ку не выслали, и мы были в таком подвешенном состоянии. Жанбуту Альжанову, Алию Избасарову и Айгерим Мухамеджанову тоже задержали в столице в день выборов. Девушки говорят, что больше суток провели в отделениях полиции за чертой города. Там же прошли выездные суды. Подавшие апелляции в один голос уверяют, что не участвовали на митингах. 20 МРП салды, әрқайсымызға бұл 2500 тенге. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз, себебі бұл біздің ешқандай айыбымыз жоқ бұл істе. Біз митингке қатысқан жоқпыз. Бізді заңсыз түрде шортандыға алып кетіп, сол жерде соттады және 30 сағат шамамен сол жерде заңсыз ұстаған. Решения по апелляциям девушек пока нет. Заседание отложено по просьбе истцов. Обратившиеся в суд считают, что их задерживали и судили с нарушениями закона. Массовые антиправительственные митинги в день выборов и последующие дни прошли в Алматы и Нур-Султане. Их участники призывали бойкотировать выборы, называли их несправедливыми. Позже в МВД сообщили, что на акциях протеста в двух крупнейших городах страны с 9 по 12 июня задержали 4000 человек. Около 1000 привлекли к ответственности. Оштрафовали или поместили под арест на срок до 15 суток. Адильхан Шайков, Ержан Амирханов, Азаттык ТВ.